Привет, народ! Вот, собственно, новое видео, как и обещал. Немного покатушек, ничего такого особого. Тем, кому интересно посмотреть, как это все выглядит в Штатах, заходите, смотрите. Плюс я искал место для камеры. Скажите, как вам нравится, не нравится, или искать другое место. Купил универсальный крепеж. Он крепится больше на сиденье, чем на стекло. На стекле получается вообще какая-то адовая, не буду говорить. Короче, всем, кому интересно, смотрите, впереди небольшое путешествие, буду все снимать. Извините за качество, просто камера у меня пока занята, и я записался на свой iPod. Короче, поржете, я приехал стирать вещи, и самое главное, я забыл вещи, я так был заинтересован в камере, чтобы все установить, что я, собственно, забыл, зачем я сюда еду. Так что едем домой за вещами. Конечно, жалко, погонять не получается, потому что еду по спокойным улочкам. Такие вот пироги. Опа! Прямо по курсу. Придется ехать очень спокойно. У меня нету ни оригиналов, ни документ на машину, ни страховки, ничего. Так что я спокойно. Так, вроде я нашел идеальную позицию для камеры, сейчас проверим. Забираю свою машину из Волстер Мазда, где ее, собственно, купил. По гарантии сменили мне тормоза. У меня на новой машине почти что, точнее, мои новые тормоза, которые заменили при их ТОшке, оказались какими-то бракованными. И у них полетел один из передних дисков. Вот, из-за этого начал вибрировать вчера руль. Поэтому сегодня мне по гарантии все сменили. Быстренько. Едем теперь за апартаментами. Да, машинку помыли. Собственно, как я сказал на видео, у меня произошла небольшая проблемка. При езде более 70 миль в час начал тормозить. Ну, такое как бы небольшое экстренное торможение произошло. И почувствовал небольшую вибрацию на руле. Вот. Так как машина почти новая и на нее идет гарантия, сразу же поехал в сервис, там все посмотрели, сказали, что тормоза, которые были сменены пару тысяч миль назад, оказались бракованы, и все по гарантии мне сменили. Вот вам сервис в Штатах.
Плюс я выложу пару фоток, увидите сами. Случился какой-то косяк с передним бампером. Вот вам американская сборка автомобилей. Как бы я не любил американские автомобили, со сборкой у них тут какие-то реальные проблемы. Даже мой сранский FDM Clio, который обошелся мне не в такую большую сумму денег, был собран очень-очень хорошо. Все детали были на своем месте, никаких дырочек, никаких скрипов, ничего там не было. И вот, собственно, машина за тройную сумму моего Clio имеет такие смешные проблемы. Всем, кому интересно, смотрите дальше. Да ладно, не парься, мне все понятно. Чё я, ты так выбором тебе подкатываю. Я далеко, ты одинокая, грустишь. А тут на тебе понимание, плюс мажорный престиж. У него аудио четверочка, домик с бассейном. Ну плюс папины бабки в сейфах. Чё ты видела со мной в Сочи на месяц? Разговоры про честность и мою нежность. Je t'aime une dernière fois, repose en paix. Repose en paix. On t'a donné corps et âme. Si j'ai plus d'encre, tant pis, je continuerai avec mes larmes. Arrête. Aujourd'hui, maman n'est plus là. Je suis tombé tôt, mais je pourrais pas tomber plus bas. Pour toujours pas l'enfant de la base. Si t'en as une, fais le plaisir. Dis-lui que tu l'aimes avant qu'elle parte. À tous ceux qui ont encore une mère. Même si la mort n'arrête pas l'amour. 800 yards, take the exit left, then turn right. Avant qu'elle parte. Всем спасибо за просмотр. Внизу можете найти картинки. И там же я выложу бонусное видео, которое мне было очень приятно найти на компьютере одного из моих друзей. Он переслал мне это видео, как я еще молодой гоняю на своей импрессе 2008 года. Это, кстати, очень смешно. У меня было 4 машины. Первая была Нива с мешалкой. Вторая была импреза на автомате. Третья была Клио белая с мешалкой, такая же, как и Нива. И четвертая моя сейчасшняя машина — это Chevy Cobalt черная на автомате. И опять 4 ступни. Интересно. Посмотрите, очень много изменилось в стиле моего вождения. Посмотреть на себя довольно приятно. Дураком был, водил как дурак. Очень экстремально. Сейчас езжу намного спокойнее. Повзрослел. Всем еще раз спасибо за внимание. Смотрите, скоро будут новые видосы. Пока. Камера уезжает вниз. Уезжает вниз. Она зачем-то? Зачем ты уезжаешь вниз? Держись, я тебе сказал.